Шо ты на меня смотришь? Ничего тебе, ёпти... Ёб твою мать. Хай, друзья. Сегодня мы с вами пройдем. Как пройдем? Я, конечно, не уверен, что мы вообще пройдем, но попытаемся, во всяком случае. От Freddy's Plus. В общем, я чувствую, вы ждали этого долго. Тем более, сейчас все по ФНАФу у меня выходит. И еще извиняюсь за санину за окном. У меня просто дождь идет. Погнали. Погоди. Перед тем, как мы продолжим, хочу тебе посоветовать флут по игре Genshin Impact. Тут ты сможешь почувствовать себя персонажем из игры, тебе окажут нежность, заботу и внимание после тяжелого дня. В общем, залетай к нам, у нас тут весело. Ну а мы продолжаем. Еба! Сука, бедная моя задница. Ладно, так, хорошо. В общем, из разговора с экспертом сейчас я понял, что я нихуя не понял. Так, как тут двери закрываются? Нихуя себе. А если нажать? Нет, тут только тягать, да? В смысле, бля? А. Так, ну пока что все работает. Так, и эти пиздюки пока что никуда не собираются сваливать. Давайте-ка я вас вот так вот. Федю я в любом случае увижу. Но я его не услышу, у меня один наушник не работает. Что ж, можешь меня поздравить, я заболел. Ой, бля, все как обычно. Какая же это срань. Так, камеры у нас, видать, сбрасываются, когда мы каждый раз их вот так вот теребонькаем. Что ж, тут Фоксиан, ну Фоксиан хуй с ним. Ой, тут никого. Так, тут они пока что стоят абсолютно все. Ох, баняш, какой же ты крутой. Не, вообще FNAF Plus, вот первая часть, она вообще очень идеальная. Вот, но я ее все никак... Не могу заснять. Часики тик. Чего, блядь? Кто, сука, там ходит? Какая, сука, там? А, хорошо. Пока никакая. Так, 1С. 1С, ну, Фоксиан у нас пока там стоит. А ну. Хе, бибипка работает. Так, ну чё вы там, блядь, думаете бегать? Нет. Я жду вообще-то 3 часа. Уже... Ох ты ж, ёпта. Ох ты ж, ёпта. Ох ты ж, мать твою, она сбежала. А куда ты съебалась? А куда она делась? Вы шо? Вы шо? Вы шо? Вы шо, товарищ? А, хорошо, окей. Но она прям какая-то поёбанная. Даже на плакате. Бонни, блядь, а тебе что надо? Так, Федюмчик стоит, Федюмчик стоит, блядь, повернись. Это, сука, тебе не FNAF 3, где можно проебывать все и вся. Так, 2 долбоеба здесь стоят. Ко мне пока никто не пришел. Чего, блядь? А нет, все хорошо, не ори. Не паникуй. Не рви жопу на немецкий крест, а в смысле... Все хорошо. Ля, какой барабан модный с Федей. Можешь ёбнуть по Феде. Так, вообще двигаться собираетесь, нет? Они меня напрягают. Но пока, видимо, никто тут вообще, блядь, двигаться не будет. Никто ничего не захочет. Ни меня, просто, сука, никого. Но они так и стоят. Ну, 4 часа первая ночь, она не очень активна. Вот со второй, блядь... Вы чё, охерели? Слышите вы, блядь, компашка ёбаная. И все на меня, сука, смотрят. Вот же суки. Вот же суки, а. Крысиная, козлиная. Фоксиан ещё, давай вылези. Нет, не вылези. Опа, съебал. Ты на 4-ю съебал? А, вот ты где. Шо ты зыришь? Шо ты зыришь? Не испугаешь ты меня. Ты куда, блядь, полез? 5 часов, обломись, твои черешни. Шо ты на меня смотришь? Ничего тебе, ёпти, ёб твою мать. Ладно, хорошо, аргумент. Успокоил. Бля. Что? Я не испугаюсь, блядь, второй раз, наверное. Так, где Федя? Стоп, блядь, я его где-то слышал. Сука, я всю энергию просхал. Ну ёбин ты, бобин-то, а? Сука, так и знал, что надо было батарейки переть из дома. Ёб твою. Так, подожди. Что ты, сука? Сучка крашеная на меня смотришь. Только прыгни, ёбаный в рот.
Я понял. Я понял. Не надо. Ох ты ж, ёптовый мать. Так, она далеко. Федя далеко. Все далеко. Очень напряженная ночь. Потом я нажал снова играть первую ночь, и я решил поиграться вот с этим кодом, и я открыл его. Ёб твою мать, я открыл это. Сука, спринг-труп. Кстати, а могут быть часы показателем времени? Вот смотри, сейчас 4, если стрелка после 12 у нас поменяется время на 5 утра, возможно, они типа работают. Хотя, и смотри. А, да, реально. Так, насколько я знаю, вторая ночь это уже вот прямо, сука, самые соки, потому что... Тихо. Так, слушаем Фунгая. Так, значит, он нам ничего не говорил, просто... Просто делаем все как раньше. Следим за камерами и пытаемся вычислить эту суку. Та сука пока что там так и стоит. Давай, первый час. Вот, все. Первый час пошел. Вот сейчас, сука, они начнут так... Вот, съебался уже один. Так, ну я Федю не услышу в любом случае. Так, этот пока никуда не бежит. Все тут хорошо. Все прекрасно, чувствую себя заебись. Так, спокойно. Баняж может уже быть где-то очень рядом. Куда нас... Ёбаное все. Выглядите вы, дамочка... Неплохо, но это просто пиздец. Так, спокойно. Наверное, на превьюшечку пойдешь. Так, заткнулся мне. А, хорошо. Хорошо, я тебе не трогаю. Я тебе не трогаю. И ты меня, пожалуйста, не трогай. Так, Федя на месте, Федя на месте. Куда она съебалась? Куда она съебалась? Бля! Ну нахуй. Погоди. Так, повернись. Ну его, бля, от греха подальше, знаешь ли. Что ты зыгишь? Что ты зыгишь на меня? Пошел в жопу. Так, она, кажись, уже здесь, да? Нет, не здесь. Блядь, я ж так энергию просру, товарищи. Бля. Сука, хуль ты тут стоишь, курва. Так, заяц пока не пришел, все хорошо. Я не хочу дверь открывать, я, блядь... Это долбоебный... Ёб твою мать! Так. Тихо. Я тебя понял. Не надо, дядя. Дядя. Ну нахуй. Так, все. Фу-ху-ху-ху. Во. Стоит, блядь, трясется. Что ты, сука, трясешься? Так, ладно, давай пока откроем. Сука, сейчас, блядь, будет инсульт. Сейчас, сука... Кто-то пришел, да? Нет, пока никто не пришел. Ну нахуй, закрой ее, блядь. Не, мы так просуем всю энергию, товарищи. Я вам... Ты куда бежать собрался, долбоебина? Так, Федя пока что так и стоит. Этот пока что так и стоит. Чика. Чика пока ко мне не пришла. Можно открыть. Этих долбоебов тоже можно открыть. Сейчас, блядь, кто... Так, тихо. Ох ты ж, ёб твою мать. Да, блядь, закрой. Сука. А хуй ты так напряжённенько-то все. Ёб твою мать. Чекуся. Нет, чекуси тут нет. А где чекуся? Где чекуся? Ох ты ж, блядь. Так, она в соседней комнате пока что нормально. Чувствую себя прекрасно, все заебись. 4 часа. 4 сучьих ёбаных часа. Блядь, дай мне выжить. Дай мне, сука, выжить. Ох ты ж, ёб твою мать. Ну, здрасте. Так, Фокси. Ох ты, сука, он уже готов, блядь, это самое. Шо ты, ёб твою мать. Ути мой хорошенький, на превьюшечку пойдёшь. Пошел в пизду. Молодец, чувствую себя прекрасно, послали. Ёб твою мать, да пошла. Закрой дверь. В смысле? Ну все, сука, мне дверь доломали. Ушел. Закрой дверь. Ты что, охерела? Закрой дверь. Блять, 5 часов. 5 сучих часов. Да нет, мы не доживем, товарищи.
Блять, поднятие экрана и все. Сука, где он бежит? А! Долбоеб, там закрыто. Так, любую... В смысле ночь два? Еще раз? Хули ты не закрывалась? Подожди. Так, ладно, родные. Пока что мы на этом остановимся. Игрушка просто взрыв сердца, шопы, селезенки, легкого желудка. В общем, это охренеть. Мы обязательно будем проходить ее дальше. Ладно, товарищи, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всем удачи, всем пока.